Короче, это начало игры. Показываю, где лежит дубль дэш, двойной рывок, который у меня остался последний неоткрытый. Вот этот. И который многие могли пропустить так же, как и я. Вон он. Видите? Наверху. Хочет меня кусать. Вон он лежит. Висит. Собака страшная. Туда в начале игры ты, наверное, не заберешься. Хотя я не уверен. Может, и заберешься. Туда и сюда, туда и сейчас-то. Туда и сейчас-то. Не так просто, наверное, забраться. Оп. Слеза башни огня. Угу. Сейчас надо добежать до идола, посмотреть, как это работает. Ай. Чего только вытащить, это вопрос, знаете. Дальность атаки. Ну, допустим, я вот это вот уберу пока что. А вот это вставлю. И лол. Пиздец. Дали бы уж сразу ходить везде. И все. И летать еще. И было бы вообще найс. Блин, мне вот интересно, а можно забрать этот дубль дэш в начале игры? Не используя ничего. Пойду проверю. Чтобы только вспомнить, где это лежало все. Так, вроде вот туда, да? Так, сюда. Сюда? У меня что не было? Ну, рывок у меня, по-моему, был, да? Только короткий, блин. Ну, в принципе, это не... Двойного прыжка не было, да? То есть... вот это... Не, ну, наверное, я без этого не заберусь. А хотя, подожди-ка. Ага. Блин. Ну, это я уже, наверное, сейчас так... корректно-то и не проверю. Потому что у меня уже тут все на автомате включается. Угу.
Наверное, в начале игры его не заберешь никак. Совсем без всего. С двойным прыжком и с вертолетом, наверное, уже можно. Да. С двойным прыжком и с вертолетом уже вроде бы как можно. Короче, ладно, это все задротство уже начинается. Понятно.